Зарядились позитивом и приобщились к чтению башкирской классики. В выходные в городском дворце культуры прошел литературный марафон «Мелюзовцы читают Мустая Карима». За 12 часов жители города и района прочитали повесть башкирского писателя «Долгое-долгое детство». Чтецами стали как известные люди, так и простые граждане. В это воскресенье в городском дворце культуры состоялся масштабный марафон «Мелюзовцы читают Мустая Карима». Он был посвящен 70-летию Победы и Году литературы. Организаторами этого мероприятия выступили члены городского общества творческого объединения «Слово и дело». Инициатором и сценаристом этого проекта была Любовь Макеева. Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие. В путешествие по произведению фронтовика, известного башкирского писателя Мустая Карима. Творческое объединение поддержало инициативу и предложение Любовь Николаевны Макеевой завершить год литературы вот таким проектом «Мелюзовцы читают Мустая Карима». Почему Мустая Карим? Почему мы сегодня читаем его? Год нынешний, год 70-летия Великой Победы, год литературы. Для всех, для нас это не просто слова «Великая Победа». Это струны, вот я, видите, волнуюсь, затронувшие каждую человеческую душу. Открыл этот марафон и читал от автора заместитель министра культуры Республики Башкортостан Шамиль Абдраков. Мероприятие продолжалось 12 часов. За это время на сцену выходили разные люди – взрослые и дети, работники практически всех организаций нашего города и района. Отрывки из произведения также читали заместитель главы администрации района Геннадий Шлычков и Рита Самигулина, а также руководитель исполкома Мелюзовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергей Макаров. Оказывается, я еще жив. Вижу льдисто-синее застывшее небо, медное солнце, примерзшее к этой синеве. Кто-то швыряет камни в его помятый диск, и солнце вздрагивает. Вдруг горестный леденящий крик пронесся над полем, ударил мне в сердце. И стон, и плач, и мольба. Никогда в жизни не слышал я такого крика. Активное участие в чтении и проведении мероприятия приняли волонтеры молодежного совета Мелюзовского района. Они рассказали, какие эмоции испытали во время чтения этого произведения. Когда я вышла на сцену, у меня было некое волнение, но с каждым словом все больше и больше у меня появлялась уверенность. Как-то, может быть, от публики веяло теплом, они как-то и слушали внимательно, и интерес был. Они были заинтересованы этим. Молодежный совет, он, как сказать, радостно принял в этом участие, помог в организации этого мероприятия, и мы помогали, чем могли. Столь масштабное мероприятие проводилось в республике впервые. Мелюзовцы прочитали 261 страницу этого замечательного произведения на одном дыхании. Надеемся, что такие мероприятия станут доброй традицией в нашем городе.